Крыжановка отмечает двойной юбилей. Местной школе 60 лет, а сельскому лицею исполнилось уже 10. Ныне оба заведения объединены в общеобразовательный комплекс. Такое юбилейное торжество собрало в стенах школы выпускников разных годов, учеников, преподавателей и руководство района и сельской администрации. За более чем полувековую историю школа выпустила не одно поколение крыжановцев, которыми по праву гордятся их учителя. За цей час випущено величезну кількість учнів, і ми можемо з гордістю сказати, що не було серед ліцеїстів, а саме старші учні 10-11 класу, у нас можуть бути тільки ліцейними. І ще такого за 10 років не було, щоб вони не вступили до вишів, вищих навчальних закладів, не на бюджетній основі. Це є наша гордість. Я вважаю, що це дійсно так. На праздник прийшли поістині легенди Крижановської школи – сім'я Куликов. Валентина Николаевна і Дмитрий Архіпович – перші випускники цієї школи. Розставатися з нею вони не захотіли і майже 30 років проработали тут учителями. Нині школу не узнати, радуються почетні гості. Намного новее стало, обновилось. Все здания такие хорошие. Сколько сюда вложили уже средств. Приходишь, просто радуешься. И обновлена сама школа, перестроена. Дворы асфальтированы. Дополнительные корпуса обновились. И стенды уже новые. Вот сюда очень много вложено средств. Пришли поздравить родную школу и молодые выпускники. Их воспоминания тоже интересны и значительный исторический пласт жизни школы. Сегодня 60 лет – это достаточно уже весомый такой юбилей. Если для людей это уже какое-то подведение итогов, то для школы я считаю, что это как хорошее начало и такой вот посыл в будущее для того, чтобы еще больше учеников было, еще больше поколений выпускалось. Мы уходили от баянов к каким-то магнитофонам уже ближе, там какие-то диски начинали. И начали готовить агитбригады, такие команды создавали. Но это уже было немножко веселее, и тем не менее, вот очень яркий контраст, если смотреть на то, что сегодня происходит в школе, это как-то ярко, очень жизненно, весело. Общеобразовательному комплексу, где сейчас учатся более 400 детей, местная власть проявляет особую заботу. Так школа активно ремонтируется, учеников постоянно развозит автобус, а недавно школа получила современный футбольный стадион. Мы очень гордимся, что мы за 7 лет сделали, очень много. Мы, по существу, перестроили школу, мы поменяли металлопластиковые окна, мы двери, мы классы ремонтировали. Мы дали субвенцию району на ремонт крыши, заасфальтировали двор, компьютерный класс сделали. И самое главное то, что мы в этом году открыли стадион, где дети – это один из элементов спортивного комплекса. Мы дальше это все будем продолжать. Поздравления многочисленных гостей, песни, танцы, а главное – подарки. Современная оргтехника теперь поможет эффективно усваивать школьную программу. 60 лет – это только начало, говорят крыжановцы. Их школа была, есть и будет самой любимой и родной.